Сегодня мы здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые поступили буквально за 24 часа с нашего сайта, с нашей группы Facebook. Вопросы, связанные с работой других агентств и с тем, что они вам обещают. Ну вот нам часто звонят люди и говорят, ну как же так? Вы готовите там 1-2 месяца, а вот мы тут позвонили и нам сказали, что нам можно все это сделать за 3 дня, нам все подготовят, нам ничего не нужно будет делать. И мы получим американскую визу. Ну, могу вам сказать, что буквально летом, ну, прошло уже 6 месяцев, да, мы стояли возле посольства и встречали как раз вот таких клиентов, которые приходили из других агентств, выходили со слезами на глазах из дверей посольства, нам дали отказ, вот нам обещали, сейчас мы пойдем возвращать свои деньги, потому что кто-то еще говорит, что то, что если вы не получили визу, мы вам еще вернем деньги. Ну, ребят, я вам хочу сказать, что это полное вранье. Почему? Потому что, ну, как можно, допустим, обещать вернуть деньги, да, если есть 30 причин, по которым иммиграционный офицер принимает отрицательное решение, вменяет 214-ю статью. Вот. Скорее всего, это просто рекламная уловка, на которую большинство из вас попадается. Второе. Ну, нельзя получить визу просто так, лежа там где-то на печке, да, и ждать, что за вас кто-то что-то сделает. Как я уже говорил вам в предыдущем видео, это работа командная. То есть мы делаем с вами это совместно. Мы вам говорим, что вот есть такое-то, такое-то задание по формированию одной из частей вашего кейса. Как я уже и говорил, их 4 части. И вы эти части усиливаете, мы делаем это совместно. То есть вы даете мне информацию, я ее проверяю, я ее смотрю, я ее дорабатываю, я или мои помощники, да, и говорим, да, у вас вот эта вот часть, она набрала свои проценты. И мы двигаемся с вами дальше. Вот. Если вам кто-то в каком-то агентстве предлагает сделать какие-то липовые справки, то это уже другая часть, это уже проблема. У нас было видео, по-моему, вот неделю, наверное, назад я делал видео, связанное с проблемой, когда человеку наклепали этих липовых справок, он идет в посольство и попадает в проблему. То есть, с одной стороны, как бы ему кажется, что у него все получится, это плюс. С другой стороны, он где-то в глубине души ему голос говорит, что мы сейчас провалимся, у нас ничего не выйдет. И в итоге человек попадает в проблему, и эта проблема проявляется через соматику. Он оказывается возле иммиграционного офицера, забывает текст, трясется, бледнеет, потеет и так далее. Нет, вот это мы все проходили и видели, как люди получают отказы. Есть у нас статистика, есть даже статистика по агентствам в той же самой Москве. Не ведитесь на эти уловки, приходите, давайте с вами готовиться. Мы юридическая компания, мы знаем, как вас подготовить. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наше видео, мы будем делать видео. А, кстати, планируем еще сделать веб-семинар. Буквально в ближайшее время наш видеооператор Вадим поможет нам это сделать. Мы проинформируем своих подписчиков, и мы сможем отвечать на вопросы онлайн. Звоните, пишите. Всем всего доброго. Пока.